Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве Samsung Galaxy M12 включить портативную точку доступа, то есть раздать Wi-Fi. Для этого в первую очередь переходим в настройки, затем переходим в раздел подключения, мобильная точка доступа и модем. Мобильная точка доступа. Здесь можем переключать точку доступа. Также можем отобразить ее QR-код для подключения. Можем изменять настройки здесь, можем поменять имя сети, можем выбрать протокол безопасности, можем выбрать поменять пароль, также можем изменить канал трансляции. Также можем здесь просматривать подключенные устройства. Можем выбрать тайм-аут, то есть через какое время отсутствия активности наша точка доступа будет автоматически выключаться. И также можем переключать общий доступ к Wi-Fi. И можем переключать точку доступа здесь, в панели быстрого доступа. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока!